Иди, Фериха, ты всегда так делаешь. Иди и не оглядывайся. Ничего не говори и не отвечай. Ты никогда не была моей, Фериха. А теперь уходи. Всегда была твоей. Я всегда чувствовала себя твоей частичкой. Тогда заставь поверить меня в это. Мы одно целое, Эмир. Я люблю тебя больше жизни. Должна быть достойна этой любви. Сейчас я не стою ее. Сейчас не время. Ты не спрашивай ничего. Но когда наступит это время, ты наденешь мне кольцо на палец, и я никогда не сниму его. Я очень люблю тебя. Я буду ждать.
Будь что будет. Я буду ждать столько, сколько понадобится. Я очень хочу, чтобы ты надела это кольцо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Возьмите себя в руки. Ладно, не волнуйтесь. Мы будем через 15 минут. Хорошо? Давайте. Боже мой, что я вижу? Что опять случилось, шерифе? Я видела. Я все видела. Эта дура привела парня в свой дом. Бессовестная. Видно, поэтому она отказала нашему сыну. Ох, милая, что там такого увидела, шерифе? Я клянусь, я все видела. Клянусь. Ее подвез какой-то парень. И в такой поздний час. О, Всевышний, что значит в поздний час, шерифе? Может, ты ошибаешься? Я еще соображаю, господин Юнус. Ладно, хорошо, хватит. Идем, идем. Нас уже ждут. Аллах накажет тебя, глупую. Пусть накажет тебя Аллах. Где ты была? Говори. Эмир сделал мне предложение. Он позвал тебя замуж. Но я не смогла принять его. Если ты не приняла, то зачем взяла это кольцо, а? Я не могла отказать ему в этом. Ты не сказала нет, ты не сказала, да? Сказала, что буду носить его, когда я выйду за него. Я пошла к нему, чтобы все рассказать. Я бы призналась ему. На этот раз призналась бы. Но опять не получилось. Я обманывала его, потому что боялась потерять. И мне понравилось. Но сейчас у меня не хватает смелости признаться ему во всем. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.